Мне кажется, это путешествие для меня было некоторым опытом. С одной стороны, знакомство с новой страной, знакомство с новыми инструментами. А с другой стороны, это был опыт знакомства шотландцев и англичан с культурой, русской культурой. И мне кажется, каждые 100 лет, ну, если даже вспомнить прошлый 20 век, когда Дягилев вывозил...